boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Мистер Момент, а это Assassin's Creed Odyssey. Мы продолжаем проходить, тут начался такой прям довольно приличный движ. В прошлой серии мы спасли Варнаву, который оказался очень полезным нам для следующей миссии капитаном. И вот, собственно, мы идем смотреть на его корабль. Давайте глянем, что он нам предложит. Когда пожелаешь, капитан. Стой! О! Подожди, Кассандра, я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. А губежку-то не раскатала-то? Ты же родилась на Кефалине, это твой дом. Зачем его покидать? Чтобы всегда быть рядом с тобой. Тебе нельзя плыть со мной. Хватит упрямиться. Но ты не справишься одна. Справлюсь. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу. Мою подругу. Подарок моей мамы. Ну, пусть будет с тобой. Напоминает обо мне. Станет твоей подругой. Спасибо, Феба. Хорошо, что ты спасла Кину. Мне будет с кем играть. Береги ее. Вдруг болезнь еще не отпустила. Обещай, что когда-нибудь мы увидимся. Обещаю. Обязательно увидимся. А до тех пор будь умницей. Не волнуйся, буду. Ладно, до встречи. Кассандра! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может. Не может. Ты ведь уже здесь. Прощай, Маркос. Мы были прекрасной командой, а теперь расстаемся. Конечно, без помощника мне не обойтись, но тебя не заменить. Ну что, обнимемся? Ладно, иди сюда. Да, чудесно. Ох, как же я буду скучать, Кассандра. Да, Маркос. Я тоже. Хотя ты такой мудила. Пить вино. Хотя оно, конечно, может выдохнуться. Но я всегда готов к приключениям. Кстати, милая Феба, для тебя есть задание. Задание? Да. Как думаешь, она достойна занять твое место? Что-то как пролог быстро прошел, типа... Выходим в море! Разобрались с циклопом, и все. И на этом все. Все интро, типа, заканчивается. Да, еще вернемся. Поехали. Готовь корабль. Отплываем. Славно. Мы и так задержались на берегу. Пора в путь. Давайте поплаваем. Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучая Кассандра? Мегариду. Мегариду. Но ведь там идет война. Я должна убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса из Спарты? Это же... батёк её. Оракул определила его судьбу. Если он не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, он не опасен. Он поможет. Он поведет нас. Молчать! Ugh.
Нет! Не надо! Что-то сюжет закручивают жестко. Типа, нам поручают убить Николауса. Серьезно? Нет! Чего? А, понятно, почему она сбежала. Смой с себя этот позор. Заплати жизнью за жизнь. Не она не такая, Николаус. Как мы. Не слушай. Николаус, не слушай. Нет. Нет. А он сейчас ее аккуратно в воду скинет, наверное. Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Я осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Кассандра! Кассандра! Ебать! Он скинул! Он серьезно скинул? Жесть. Плывем в Мегариду. Скорей. Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что волк из Спарты мой отец. Сейчас заставка будет Assassin's Creed Odyssey. Да? Просто так вот. Хера себе, это мы проходили интро, это получается седьмая серия, и мы только дошли до интро, ну, до конца интро, достижения, начало Одиссеи. Чудесный морской бриз. Жестко. На палубе всегда так качает. Ха-ха, у тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке. А? О чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Ну, вперед! Поплыли! Оп. Ну-ка, проверим паруса! Так. Капитану руля! Скорей! Нажмите V, чтобы увеличить скорость. Нажмите S, чтобы снизить скорость. Так. Что-то есть. Может, поднимем? Быстрей! А, вот так вот даже, да? Просто рядом собирается. Хера себе, они гребут! Это что за Need for Speed? Реально, смотри, как жестко. А, ну типа на время. А, шкала, вижу внизу. Слушай, ну это классно. Это прикольно. Ну, Black Flag только в Греции. Ну да, без парусов, конечно. Сейчас будет битва. Замес. Режим полный ход. А, это еще вот можно и... А, да, и все понял. Бойцы, приготовьтесь! Команда, приготовьтесь к бою! Так. Ну, в принципе, тут такой же, да? Готовьтесь к ударам! Лучники, готовьтесь стрелять!
Так, спокойно. А что еще есть? Нажмите, бросьте копье. Не понял, подожди, а как выбирается копье или... Так, и еще разочек. Еще разочек, еще разочек. Отлично. Так, ну сейчас. Сейчас я разгонюсь. Сейчас я разгонюсь. И как, влетим? Так, они как раз отдохнули. Так, подожди, пару сначала. А теперь... И... Да! Этих пиратов сгинули мои товарищи. Спарта и Афины рвут друг другу глотки. Вот это кайф. Стало опасно. Прям кайф. Нам нужны новые члены команды. Я знаю отличного лучника. Он мог бы нам пригодиться. Где нам найти его? Ну, его придется убеждать. Убедим. О чем ты? Доставь его на борт, и я его уговорю. Драхмы подсластят сделку. Он должен быть без сознания? Нет, нет. Нужно лишь немного его усмирить. Потом доставить на корабль для беседы. Все будет хорошо, обещаю. Ну что, поплыли? Шик-шик. Так, подожди, давайте вон там заберем груз. Ну, блин, это кайф. У меня прям от этих морских прогулок прям почти мурашки пробегают, потому что это так классно, вода выглядит, свет, песни, атмосферно, в общем, все это в целом атмосферно. Прям, ну реально атмосферно, очень классно. Ой, солнышко светит. Я, наверное, осветился. Очень ярко. Ну, вроде пойдет. И тут солнце тоже в игре. Совпадение? Вот и остров. Будь осторожней. Там полно пиратов. Стой поправить Икара, разведать обстановку. Он найдется. Маркуйся! Так, а что там Икар? Кар. Так, смотрим. Вот он. Лучник. Лагерь разбойников. Разбойники, разбойники. На этом все. Ну, типа, его, короче, надо оставить. А этих всех можно убить. Всех надо убить. Бам. Если заметят, мне не сдобровать. Да давай что. Так, драхмы. Минусанул. Что?
лучники! Прячьте! Стрелы. Я найду лучника! Уже рядом. Я видел, где лучник. Да, ну нафиг. Опа. О, хорошо. Наем членов команды. Нанимать людей на свой корабль. Используйте оглушение и способности для усмирения противника перед тем, как попросить его присоединиться к команде. На. А как оглушать? Надо приглядеться. Мне нужно больше людей. А я его убил или не убил? Я что-то не понял, а как оглушить? Не до конца врубился, как оглушать. А, то есть в конце на хпшке надо было его оглушить, что ли? Или чё? Или как? Или мне вот этот трупик надо нести? Так. Ну давай, что ли? Чё, не можешь прыгнуть? Высоко? Раз никаких пиратов. В будущем мы еще сможем пополнить наши ряды. Боги даруют нам такую возможность. Я в этом уверен. Держим курс на Мегариду. Долгий путь способствует отдыху, но ведь это не по нам. Если захочешь развлечься, почитай мой судовой журнал. Я записываю все, что представляет интерес для отважного капитана. Кто ж знал, что он умирает? Как оглушать? Подожди. Там наемниках, по-моему, было написано. Вот, наемники. Корабль. Удерживайте правую кнопку плюс R, чтобы выпустить горящие стрелы. Нажмите R, чтобы метнуть горящие копья. Угу. То есть мне нужно фармить. О. Какие темы для корабля есть. О, интересно. Так, а что тут? Внешний вид чувачков. Окей. Так, скорость корабля команды. 400 шкур, охренеть. Короче, тут фармить и фармить. Фармить и фармить, фармить и фармить. Дофига фармить. Так, а что дальше по заданиям? Задание Одиссеи. Путь Кассандры в порт Мегариды. Это 35 уровень с прибытием. Изгнанный из Афин богач оказался на Кефалине острове, где орудует множество преступников. Вместе с изгнанником сюда прибыл его брат, которого разбойники украли все деньги. А. Ага. Так, ну тут уровни все у нас закрытые. Так, что по снаряжению? Давайте-ка проверим. Стой.
Урон убийцы. Плюс 2% здоровья. Ух ты ж. Ух ты ж. Ух ты ж. Ну нет, пока оставлю доспехи. Что-то поинтереснее смотрится. Какие-то лохмотья, если честно. Так, что там по мечам? Покруче. Так, способности. Так, у нас еще одна прокачка есть. Урон воина увеличен на 20%. Ломать щиты. Давайте ломку щитов сделаем, потому что, мне кажется, сейчас на войне она пригодится. Так, и... двойку. Хилку на тройку. Все, отлично, супер, ништяк. Супер, ништяк, отлично. Так, ба-ба-ба-бам-ба-бам-ба-бам. Где-то он показывал записи, а записи где? Где он сказал запись посмотреть? Где-то в трюме, куда спускаться надо. Ух ты. Вы вылазить можете еще. А, вот, наверное. Вот написано, смотрите. Контроль над морем. Нашим судам нет спасения от афинских кораблей. Потопи их. Неплохо. Че, может быть, реально кораблями займемся пока что? Давайте реально на кораблях пока поплаваем, а уже Мегариду оставим на следующую серию. Контроль над морем. Так, убивайте афинских солдат по всей Греции, уничтожите теремы Афин во всей Греции, уничтожайте пентеконторы. Что? А это вот афинские солдаты. Торговец. Афинская легкая трирема. Ой, слушай, ну это надолго, походу. Скорей! Давайте попробуем. Какой у них уровень? 6. Так, давай, таран. На! Так. Опа, взять на расчете абордаж. Так, а мне можно управлять, нет? Можно. Почему нет? Ух ты ж! Оказывается, не все так просто. Набу начинается с расстрелки. Так, босса валим, валим босса. Бить, 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 еще бить, еще бить.
Давай! Минус. 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 А, почти минус. Так, а что там с щитами? А, понял. Только, короче, босс не работает, а на обычных солдатах работает. Сочно! Это было сочно. Ну, конечно, все корабли мы сейчас не сделаем. У нас уже серия подходит к концу, но... Но как опыт интересно. Лук разбойника. Ой. Чё, всё? Больше ничего? А сколько мне это задание дается? Вот, наверное, да? А, 6 дней. 6 дней. Ну, тогда на следующей серии займемся, наверное, вот этими трилеммами. Прокачаемся немножко в море. В принципе, я думаю, будет неплохо. Давайте еще один кораблик, наверное, развалим. Почему бы нет? Почему бы нет? Пентеконторы. Что такое пентеконторы? Пентеконторы. Пентеконторы это что такое? Фатида. Ахея. Кто-то объявил награду за вашу голову. Понял. Ага. Так. Что такое пентеконтора? Наемники, что ли, или кто? Я пока в этом вообще не шарю. Ахея. Санф. Внимательный охотников. Мегарий, да? Дорога на войну. Порт Мегариды. Так, ну ладно, давайте искать корабли. Еще ходу! Кто? Мне нужны именно афинские, да? Афинские. Где еще находить этих афинских солдат? Тоже хороший вопрос. А черные паруса это чьи? Сегодня боги с нами, Кассандра. Тихое море, тёплый ветер. Всё так, друг мой, всё так. Пиратская. Чё, может, пиратиков развалим? Торговец. А это кто? Непонятно. Но пиратов надо разваливать, я думаю. Да и... Чё, до сих пор не цепляет? Ну, это тоже торговец. Так. Давайте сначала маленький, наверное, или большой. Так, поехали. Воу, воу! Лучники, готовьтесь!
Так, спокойно. Так. Ой, хорошо, боком, 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 боком. Валим, 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 валим. На! И добить как хоббими. Красота, вообще. Супер. Ой, а там еще пираты плывут. Это что-то страшно. О, тут и киты. Ой, а чё, откуда дэмэдж? Я чувствую, мы тут зависнем. А вроде что-то ценное. И там, короче, людей акулы жрут. Нормально. Так, давай вот этих пиратов пропустим, а тот на абордаж возьмем и по красоте закончим сейчас. По красоте закончим. Или они охраняют? Ощущение, что они меня преследуют. За мной! Пусть они умоются кровью! Так, начнем расстрел. Оп, минус. Кончились стрелы? В смысле кончились стрелы? Как сделать? Я больше не слышал такого. По красоте. Так, прикроем наших ребят. Опа, хорошо. Еще один. Вот он, вот он, вот он, вот он. На. Так, ну давайте. Эй, не убивай моих людей. Так, это что, босс? Босса надо убивать. А, его придавило. Понял. О, тяжелый спартанский нагрудник. Ай-яй-яй! Подождите, подождите. Я еще все не забрал. Подобрать. Подобрать. Оп. По-моему, красиво получилось. По-моему, получилось очень даже ничего. Блин, афинский корабль. Еще один афинский корабль. Серьезно? Так, это что у нас? А вот он, Пентеконтор. Пентеконтор. А это кто? Элитный афинский Пентеконтор. Ну, что-то я чувствую, что рано нам на такие корабли идти. Давайте немножко отплывем. И на этом сохранимся. Хотя давайте прямо здесь сохранимся и закончим. А, сохранить не могу. Переместитесь в безопасную область. Это в какую, например?
Какой таран? Успокойся. Мы сможем плыть быстрее, как только грибцам дохнут. О, теперь не могу. Сохраняемся в море. Ну что ж, друзья. Вот на такой какой-то боевой ноте, довольно активная, игра реально начинает разгоняться, и если вы досмотрели до этой серии, то я вас поздравляю, начинается интересный контент. Всем спасибо, кто посмотрел, и поставил лайк. Всем спасибо, кто посмотрел, поставил лайк и заглянул в ссылки в описании, и также увидел, что там есть ссылочка на Discord-канал, Discord-сервер, беседы ВКонтакте, ну и на другие мои источники, ресурсы и так далее. Ссылка на все прохождение находится в описании. Ну а с вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!